плакать. Селян, Зуська! Селян, насосен! Насос, анкета Эльвира! Насос бренд! Зара! Макс Мара! Московский ярмарка! Я сама люблю смотреть юмористические какие-то скетчи, вот. И в один прекрасный день я поняла, что почему я постоянно смотрю это, хотя я это могу делать сама. Вот я отнеслась к этому ответственно, написала сценарий. В школе я, ну, как бы до последнего, до 11 класса, я даже не думала, что я свяжу свою жизнь со сценой. Потому что я думала, что я пойду по стопам мамы, я буду медсестрой. Так получилось, что вместе со своими одноклассниками я просто решила прогуляться в Крымский университет культуры, искусств, туризма. Вот, пошла, увидела их брошюру и прочитала название «Факультет театрального искусства». Для меня это казалось таким вот, ну не как у всех, театральное искусство. Я и решила туда поступить. И когда я первый раз вышла на сцену, я поняла, что это мое. Зулька, чем аж урларна юмага угренда? Менден угренда. Йох, Жанна, бумен, сабая ты торуп, сэрен пенчелерну юдам. Вайны я пишу для своего удовольствия. Мне очень этим нравится заниматься. Мне очень нравится, когда пишут приятные комментарии. Мне очень нравится, что как бы, у меня появляются новые друзья в Инстаграме. Это очень приятно. Мне очень нравится дарить радость людям. Нести. Я когда мне пишут, допустим, в комментариях, ты подняла мне настроение, наверное, это многого стоит. Углеводы отдельно, белок отдельно, клетчатка и все отдельно, все отдельно ашаджал. И шейна ашамагамунтю, но раздельно. Я не люблю вообще всегда, даже импровизация, она должна быть продумана. Поэтому я стараюсь готовиться к этому очень ответственно, чтобы была тема, чтобы была основа. В дальнейшем я вообще думаю, иншаллах, может быть, когда-нибудь я хочу, в моих мечтах есть создать крымско-татарский comedy woman.